Ребятки, всем привет-привет на канале Пиратская жизнь. Мы приехали наконец на Розу Хутор. Сейчас будем подниматься на подъемниках. Вот, у нас будет несколько подъемов. Здесь мы еще не были. Вижу. Сейчас нам купят билетики. Здесь много кафешек всяких разных. Я, кстати, как раз вот здесь и хотел погулять-то. И на Красной Поляне. Сейчас проезжали, там Красная Поляна, такая, знаете, прям красота. Вообще. Там прям город в городе. Но город в горах. Полноценный. Причем все это построено вообще с нуля. Здесь вот этого ничего не было. Все было построено к олимпийским объектам. Смотрите, как прикольно можно посидеть, да? Класс. Самим здесь надо приезжать. Смотрите. У тебя сейчас обзор. Да. Река Мзымта. Ой, какая прелесть. Масти. Горы. Вот Рэдисон здесь еще тоже. Да, прикольный вид Рэдисон. Река. А многие прям конкретно сюда приезжают. Да. Здесь же. Так прилично идти от парковки-то. Что там моя Россия, там вообще далеко. Часы. А где, кстати, здесь сериал этот снимали-то? Отель Элиот-то, а? А, тут правильно. Думаешь? Да. Где-то вот здесь, да. Все вам хочется показать. Так что лайки ставьте, пожалуйста. Не забывайте. Да. Не стесняемся, лайки ставим. Подписываемся. О, Роза Хутор. Здесь мы еще не были. Мы были Газпром-арена. Там поднимались. А здесь еще нет. Вот, подъемка. Красота. Сейчас. Выше, выше. Выше гор. Угу. Солнце яркое. Так. Мы сейчас вот сюда пойдем. Ну да. Там подъем будет. Камера хранения, билеты. Я сейчас иду, покупаю для вас билеты. У вас вот прям буквально 5-7 минут. Здесь как здесь интересно. Какие-то локеры. Раздевалки есть. Можно здесь одежду взять. Чик-чик. Я не выйду. Так, здесь не выйду. Банкоматы. Здесь, кстати, все приобретается. Так, в общем, дали вот такие вот нам билетики. До 6 часов у нас здесь. Ну, короче, 3 часа у нас свободного времени. Да, сейчас будем проходить. Такое. Будем садиться. Можно и вдвоем сесть. Многие хотят по одной. Мы тоже сядем по одной. Их много тут. Подождем. Давай следующий. То есть там выходишь, есть такой? Да. Давай, погнали. Поехали. Ура, мы вдвоем. А многие тут садятся вдвоем. Да. Прикольно. Мы вдвоем. Вообще кабинка на 8 человек. Забыл там. Да. Здесь только один выход. О, видишь, смотри, смотри, раз, закрылась, смотри, и погнал сейчас. Иди с этой стороны, садись. Стой. Стартуй. На старт.
стоп. Погнали. Это выйти захотел? Опа, погнали, погнали. Раз, два, три. И с этой стороны садись. Не сяду я. А ты для равновесия, что ли? Да. Ой. А. Чё думаешь? Просто так что? Ну чё, ускорение. Вперёд. Сейчас будет ускорение. Здесь, кстати, входчик открыт. Да? Да. Супер. Чего ты подышу? Да я не собираюсь. Вставай, иди. Я не собираюсь. Это чтобы ты дышала воздухом. Ох ты, горло. Вдруг, если ты здесь задержишься, здесь можешь стоять входчик и закрыть, видишь? Да, знаю. Вот. Чем заняться в Розу Хутор, вот, сканировать код. Кстати, с той стороны так не пойти, еще не будет. Она у меня... О, Рекамзы. Так, кстати, вот здесь прогулочные зонты. Да, да. Во, вот сюда надо вот, приезжать-то. Роза Хутор получается. Ну вот она, набережная. Видишь? Да, вот здесь вот набережная была, да. Вдоль это идешь, угу. Все нормально. Вот, я просто помню, тут это блогер один Вилсаком приезжал сюда. А здесь все айфоны тестируют вот сюда, на набережной. Кстати, уши прям закладывают. Тебе закладывают? Нет. Закладывают. Я уже сделал. Какой вид классный. Что ты сделал? Сглохнул? Ну, там еще какая-то канатка, гляди, вон сзади. Да? Вон там кабинки идет. Сзади вон, видишь, да? Я не вижу. Да вон сзади прям. А, вижу, вижу, вижу. Да. Ну здесь, а, это, по-моему, Газпром-арена. Это, вот, да, 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 вот где мы были, вон она. Да. Мы же оттуда в прошлый раз стартовали-то. А это сейчас, получается, другая, Роза Хутор. Да, это в другую сторону. Да. 15 минут мы едем по ней. Вот, потом... спускаться. Ой, сзади, посмотри, вид какой. Посмотри, ты вид сзади. Классно. Ох ты, осень. На гору. Чеши. Давай сделаем. Да. Ой, снизу. Смотри, как здорово. О, покатаемся. Мы в этот раз, знаете, ездим там, где мы не были. Это старо. Да, это Газпром, но... А, у них вон там еще, видишь, вон там все. Да, дальше, дальше она. Это, да. Помнишь, там прям долго-долго ехали, минут 25, там 30. Да, и там большие были не такие, а я вообще не здоровые. Высокие были. Такие огромные. Пись, как здорово, все. Ребяточки. О, вам все показываю. Все как есть. Раз, два, три, кавычки. А, видишь, они на определенном состоянии в этой видимости. Друг от друга едут. Едут. То есть состояние где-то 50. Было бы, знаешь, что прикольно, 55. Если бы здесь пол был бы стеклянный. Прозрачный. Это было бы вообще бомба. Едешь вот так вниз, смотришь и охреневаешь. Нельзя такое делать. И ты сидишь такой. Не сделаешь такое. А что? Мне кажется, что... что вес. Стекло — это хрупкая вещь. Если даже это толстое, каленое какое-то ставить, вес будет этой кабинки. Вот, кстати, мы тогда ездили. Здесь, кстати, видишь, я не то. Алюминиевое. Сейчас видишь еще зелено. Мне кажется, здесь зимой вообще прикольно. А здесь так всегда. Здесь без снега. Зеленушки, по-моему. Снег вон где выпал уже. Mm-hmm. Такая осень красивая сейчас. Смотри, даже отель вот, горнолыжный, да. Но в горах отель. Отель в горах. Ну да. Здесь воздух совсем другой. Даже видишь, вон там несколько этих. Роза Sky Inn. Роза Sky Inn. А тут Sky Inn. Угу. Спа отель. Угу. В горах. А что? Так. Нормально там, видишь, это сделали бетонные, это трехметровые. Опору. Толщиной трибуны нет. А вон там еще тоже, смотри, домики стоят. Кстати, видно, что там люди засели. А, кстати, там флаги. Видишь, флаги. Ну. Разные флаги на этих, на балконах. Ну, это где кто какие жили команды, mm-hmm. Это осталось. Оттуда. Это, наверное, для этих было, для спортсменов. Да, там
наверху, видишь, российский. Да, они же не будут бегать туда-сюда. Российский флаг, это чуть не до ниже. Угу. Сербский, потом нашим итальянский. Нашим пентхаус выделили. Этаж пентхаус. Почти. Ну, в общем, я так поняла, нас нам сейчас никуда это. Мы здесь сами 3 часа шарахаемся. Сейчас это пойдем на парень, едем на второй уровень сразу. Ты надеюсь, 18:20, да? Потеряла. У меня в сумке. 18:20, да, у нас забирают? Да, сейчас нужно на второй уровень сразу. Это чесать, там прокатиться по волчьей пасти. На открытый. Да, там 25 минут. А не вот это вот волчья пасть открытая? По кругу. Вон, видишь, открытый. Мне кажется, здесь. Не знаю. Вряд ли, но... Хотя она что-то не двигается. Нет, много. Это не то. Там как карусель, это по кругу. А это и из отеля вон, видишь, оттуда и... Слушай, а мне интересно, а сколько здесь вообще всего этих кабинок вот ездит? Сколько всего? Да. Это сразу одно время. Так, сейчас надо приготовиться, мы сейчас будем выходить, я так понимаю. Ты можешь подняться или спуститься пешком, как люди, видишь? Угу. А если тебе лень, то можешь взять вот эту. Вот, видишь? Так понял. Сейчас, наверное, выходить будем. Да. Ой, как здорово. Какая красота. Да, поехали. Музыка играет. Вов, давай здесь погуляем маленько. Вова. Ой, ну мне даже не дает погулять. Хотя ладно, сейчас поднимемся наверх. Там пошарахаемся, а потом уже обратно. На обратном пути уже съездить. Уже на обратном пути опять посмотрим. Опять лай. Как у нас тогда было? Что, он сядет? Сюда накатаемся сразу на всех этих штучках, поднимемся везде, и там уже потом спустимся, уже будем смотреть. Уже закат. Быстрее. А здесь народ просто остается, многие уже всех подняли, а вдруг потом уйдут. Сейчас еще один подъем у нас будет. Готовились. На старт. Внимание. Набираю скорость, полет нормальный. Отрыв от земли. Отрыв от земли, да. Горы в Росахирсе. Ой, осень золотая. А, вот этот. Альбат. А. Ну, как помнишь, на том, как на том тоже такой же был. Она маленький. Как ты нам скажешь, здесь все одинаково, да? Родбанк. Это вот вверх. Поднимает, потом туда еще и как-то. Да, а да, это да. Нет, тут вообще какая-то как типа. Ну это все отдельно. Эскалатор какой-то. А люди гуляют, смотри-ка. Ну люди здесь живут, чего они не гулять. По горам так налазишься, да? Ну только днем, блин, здесь уже до темнеет. Фиг сходишь куда, есть только с фонариком. Мощным таким. Да, лесенка. Но это маленькие такие, помню, что поднимались. Ответвление, где эти хаски. Все вид как с ума сойти. Необыкновенный. Какой-то. Вот тут уже похолоднее стало, чувствуешь? Потому что там уже дальше снег. Вниз так смотрит. У меня уши закладывает. Да, мы как раз туда едем. Туда и едем. А нам надо подняться вон до самого пика, вон до туда. Да. То есть давай сразу все поднимемся, а потом уже будем это спускаться. Уши так закладывает. На самый верх, потом на волчью пасть. Да. Потом опять вниз. Не, волчья пасть, по-моему, на втором уровне. Да, сейчас. Давай тогда сначала на самый верх, потом уже спустимся на волчью пасть. Потом прокатимся. Приплыли еще на один. Ожидание в очередь 10 минут. Так, волчья. Подъемник, волчья скала. А, здесь открытый подъемник. Так, что у нас здесь? Рад кофеечек подпивает. Вот. Горы.
Нам надо еще выше. Еще выше. А, здесь, по-моему, открыто или закрыто. Кстати, какой вид вообще. Горы. Вообще. Нереально. Реально, реально. Реально, нереально. Беседка 1350 метров. Сейчас на такой высоте. 1350. Роза фиг. Надо еще выше. Мы здесь, а надо еще выше. 100 метров вон туда. Дайте волчьи пасти или что там? Пойдем туда, сходим. А потом еще выше поднимемся. Кстати, прохладненько тут, знаете, свежо. Ну-ка, дай-ка я жилеточку свою возьму. Что-то я уже как-то созрела. А, это открытое. Да. Это открытое. Это как пушки, что ли, какие-то нагнетающие стоят. Вон, нам сейчас еще надо будет выше подниматься. Воздух такой же, знаете, разреженный. Прикольно. А вот он уже в перчатках, во всем, в очках. Там еще что-то такое. Горы совсем такие. Вообще нереальные. Беседка тоже посидеть. Ну, закрываемся. Я ее на руку надену, успокойся. У нас уже тут даже смотрят в автобус. На горах. Блин, вид, конечно, прям вообще. Обалденный. А ты за что хотел? В полчаса. Бахай все. И погнали. Пускаешь. Ну, мы на такой же примерно катались, да? Да. Да. Ну, так, что, надо пропустить. Что, передаем привет? Да, передаем привет. Передаем, да. Теперь мы попали. С какой высоты? С 1350 метров. Вот. Да. Надо еще выше подняться, на 2000. 2420. Да. Так, все. Сейчас будем садиться. Рампу опускаем. Вперед. Так. Четверо. Давай, нас двое, да. Какая наша следующая? Вон она наша едет. Все, поедем. Так, как раз, все. Так, я не буду снимать, потому что тут угодно сесть. Успеть. На руку это.